Возвращение. Мой спутник был желтый, худой, раскосый. О, как и безумно его любил! Николай Гумилев. Можно поклониться, сказал. Можно поклониться, сказал. Либо слов, либо салай. Либо вам дослушать. Либо вам дослушать. А что у меня около храма много псомов, потому что они пришли очень трудные. А не стоит, что я потом уходиться, потому что люди себя проходили, да, и объехал. И все не знают, да, друзья, никто не убивает их. Поэтому на около храма они все нашли. А что, на тумане, большой на отсюда. Суванабхум на паспортный контроль идут полки мужчин и кавалькады женщин. Под вечер рейсов не бывает меньше, и потому дождаться соизволь. Кому в Бангкок, кому на острова, одни надеются на чудо исцеления, другие ищут только развлечения. Плевать на все, хоть не расти трава. Зачем? Куда? Что можно, что нельзя? Повсюду человек деньгами заморочен. Повсюду правит бал царица ночи. Но есть при ней беспечная стезя. Свой грех не осуждая, не тая, над всеми бедами давно смеется звонко худая, желтая, раскосая девчонка, живущая кредитом потая. Вот это вот, 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 вот это вот